Вот смотри, у нас пошел шим. Видишь, открытие. Этот пик наддуло. Вот он. То есть он сейчас тактирование вот 95%. Вот пошел шим увеличиваться. Ты видишь? Это пик наддуло. Все, и пошел он дальше задавливать шим обратно в 95, видишь? Чтобы поднять наддув вот здесь. Это хвост. Это вот 6-7 тысяч оборотов вот здесь. Здесь вот 3000 оборотов на этом шине. То есть физически там у него воздействие есть. Что ты хотел сделать?